Друзі, доброго ранку. Ще раз ми говоримо усім, хто цікавиться життям нашого міста, світу і своїм здоров'ям. Тому що сьогоднішній гостьовий майданчик з постійним нашим гостем, лікарем загальної практики сімейної медицини Ігорем Туровським. Доброго ранку вам, до речі. Дякую, що знову завітали до нас. Буде стосуватися найактуальнішої на сьогодні проблеми сезонних захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. В принципі, зараз поки якоїсь особливої настороженості нету. Зараз йде обична процедура ОРЗ, ОРВІ, да, получается, уже обыденные вещи, да, которые мы уже давно привыкли, да. Осенне-весенние, и сейчас около где-то 150 тысяч, в принципе, болеет сейчас ОРЗ, уже. Это по области. Да, это уже фиксированные данные. Но в принципе это еще как бы под контролем, допустимо, поэтому о какой-то спешке пока еще речь не идет. А чи ведеться статистика с того приводу, сколько людей, які захворіли на застуду, звертаються до терапевта? Хворіє около 30% получается населения, да, вообще нашей страны. Это данные за 16-17 год мы видим, да. Около 14 миллионов, то бишь это 30%, и до 90% занимает вообще среди всей простудних заболеваний, это именно ОРЗ. Грип, якого ми всі дуже сильно остерігаємося і боїмося, як можна визначити, якщо це середній і тяжкий перебіг звичайної застуди, то теж температура піднімається за 38. Коли це стає грипом? Смотрите, значит, характерной особенностью, в принципе, вообще, для начала скажу, как заведено у нас в Украине, да, допустим. У нас как-то особенно? Да. Смотрите, в чем наша особенность, в принципе, и как ставится диагноз. Национальная особенность. Национальный грипп. Хворение гриппа. Да. Значит, как ставится диагноз гриппа, в нашей стране, да? Это когда есть уже, идет эпидемия, когда это подтверждено лабораторно, потому что, есть золотой стандарт подтверждения гриппа именно. Это обратная транскриптазная полимеразная цепная реакция. Это вот такой есть лабораторный тест. Кровь треба досліджувати. Да, да. И вот когда в лаборатории это действительно подтверждается, что есть вирус гриппа, и это уже соответствует эпидемическому состоянию в стране, у нас тогда это уже фиксируется действительно как грипп. В принципе же клинические особенности – это, во-первых, что температура гораздо выше, это 39-40 и за 40, в принципе, это ломота, очень выраженная ломота в теле, это какие-то различные боли в мышцах, в суставах, значит, очень выражен интоксикационный синдром, головная боль, тошнота, рвота, ну, это очень такое, характерное проявление, его, в принципе, ну, клинически можно, различить и отделить от ОРЗ, и именно вот это гриппозное состояние, они, конечно, отличаются. У яких випадках обов'язково звертатися до лікаря? Тому що дуже часто люди навіть на роботу ходять і думають, зараз трошки нежить пройде, чи температура, кілька днів буде 37 з хвостиком, а потім вже буде нижче. Все-таки де той поріг, коли треба сидіти вдома, коли треба йти до лікаря і займатися серйозно своїм здоров'ям? Смотрите, я бы сказал так. В принципе, значит, если человек чувствует, почувствовал какое-то недомогание, повысилась температура, или сухой кашель появился, першение в горле, допустим, в первую очередь, в принципе, исходя из того даже каких-то этичных или эстетичных каких-то проявлений, во-первых, не заражать коллег тех же самых на работе, допустим. Короче, сидите дома сразу, потому что насморк, чихание, чихание, допустим, только подумайте, при кашле человек выделяет, допустим, все же эти вирусы передаются воздушно-капельным путем. То бишь при чихании эти все вирусы могут разлетаться, в принципе, около 5 метров. Это при кашле. При чихании до 10-15 метров. То просто представьте, это все вокруг бурлит, этими вирусами больного пациента. Да. В транспорте, например, едешь, и там люди хвореют, и все это ты вдыхаешь. Конечно же, поэтому лучше же, во-первых, лучше день-два отлежаться и выздороветь нормально, и потом пойти на работу, чем, допустим, получить осложнение и слечь, допустим, на пару недель. О, я завжди дуже сильно в громадському транспорті сварюся з людьми, які сидять позаду
мене або попереду мене кашляють. Я думаю, чому дома? Чому вам дома не сидиться? Очень, конечно, настоятельно советую не заниматься самолечением. Как бы каждому препарату есть свое назначение, как бы свое применение. И в той или иной как бы ситуации, и определенная, снова же таки, доза, да, допустим, это. Поэтому, значит, кстати, на незаконченной тематике, значит, да, просто надо платочком прикрываться, значит, стараться, конечно, в открытую там не чихать, не этот, мыть постоянно руки, как бы, после даже, допустим, в том же нахождении в транспорте, допустим, да, проветривать свои комнаты, допустим, дома. Это мы уже говорим больше о профилактике. Да, ну это ж профилактика, касательно еще так, заканчиваю как бы тематику профилактики. Як не захворіти, наприклад, в такій ситуації, як Паша говорив, у громадському транспорті, коли ти їдеш і хтось чихає, там оксалінові мазі і так далі. Да, да. Смотрите, касательно, значит, здоровых людей, да, как бы как уберечься от этого всего. Значит, от из рубрики всем нам известной оксалиновая мазь, да, которую как бы все любят мазать как бы нос. Но я тут хочу как бы просто сделать такой небольшой акцент, потому что оксалиновой мазью надо мазать не глубоко в нос, как можно окраину как бы крыльев носа, да? Потому что наш ресничный эпителий, который как бы есть, как бы начиная с носовой как бы полости, да, он служит как бы очистительными как бы функциями обладает, да? За счет мерцания этого как бы эпителия он как бы вытаскивает все вот эти вирусы и как бы очищает полость. Если мы его замажем, конечно, солидно оксалиновой мазью, как бы это все как бы забьется. Солидольчиком, скажем. Да, нарушится как бы. И поэтому вирус спокойно себе будет скользить как бы дальше, и ресничный эпителий не будет останавливать их. Поэтому, конечно, с краю, да, это есть как бы свой как бы смысл. Но не глубоко, конечно, не сильно. У нас є ще один слайд, ще одна картинка для тих людей, які думають, що це все просто, да, про проникнення вірусу. Да, я хотів би, значить, теж, как бы, щоб ви посмотрели всі, обратили внимание, значить, очень красочный, как бы, слайд, где отображено попадание самого вируса. И почему, как бы, идет речь о том, что, как бы, 2-3 дня от силы, да, как бы, всегда такая есть информация. Инкубационный период. Да, такой. Именно внедрение вируса. Мы видим, когда первый день слева, который, как бы, чуть больше, да, часть рисунка, мы видим, как только начинает попадать вирус, и на второй день мы видим, когда уже он поступает ниже, идет воспаление эпителия, и как бы идет уже как бы сама фаза воспаления, да, и поэтому как бы начинается эта боль, першение в горле, которая как бы начинается, в принципе, зачастую с этого, и так дальше начинает прогрессировать как бы сам процесс. Поэтому за что как бы есть смысл именно вот эти двое суток как бы оказать помощь и начинать как бы что-то принимать. А как бы не дождаться, когда пойдет уже дальше. Легче отскочить, скажем так. Да, да, чтобы не получить осложнение. С приводу полегшення перебігу грипу, як такого, чи полегшує перебіг грипу, якщо ти вже на нього захворів, чи взагалі убезпечує від захворювання те, якщо ти переніс вже до цього просту застуду? Чи готовий більше вже твій імунітет і твій організм до грипу, як того? Чи це інші речі? Я думаю, що наоборот. Смотрите, я вам скажу, в принципі, треба просто как бы различать ОРЗ, опять же таки, і грип. Грип – це, в принципі, вірус РНК, да, который как бы очень склонен к мутированию. Імунітет вирабатывается около 4 недель, как бы, от 2 до 4 недель. Поэтому, в принципе, это, если мы уже заранее об этом думаем, то это где-то до конца октября надо было уже всем привиться, чтобы поэтому на уже сейчас начало... Сейчас уже поздно делать вакцинацию? Не поздно, конечно, но вообще в идеале было бы так, конечно. Если же, бы, да. Если бы мы сделали это в конце октября, мы могли бы не заболеть. А если мы сейчас сделаем, то шансы мы возрастают. Легче перенесем наверняка? Конечно же, в любом случае, да. Потому что как бы все вот эти противовирусные препараты, да, и различные, допустим, терапии, конечно, они особо себя не подтвердили, конечно, допустим, вот доказательных баз нету. Но, конечно, определенный какой-то смысл в этом есть, потому что наша защитная система интерферон, да, который вырабатывается в организме, нашей иммунной системой, получается, в любом случае его надо подстегивать, и чтобы он немножко как бы лучше защищал наш организм. Поэтому какой-то смысл есть. Ну, желательно, конечно, предусмотреть это все и заранее это все продумавши сделать. А где можно заработать вакцинацию? Смотрите, касательно вакцинации, значит, тут надо обязательно соблюдать холодовую цепочку. Это как бы самый главный, во-первых, доставки этой вакцины, как бы, откуда она как бы доставляется в нашу страну. Там как бы в аптеках должны быть все вот эти документы. Можно как каждый пациент вправе проверить это все, пускай, чтобы ему предоставили эту информацию. Ну, чаще всего в аптеках вакцин нет. Есть клиника, да. Во-первых, конечно же, да, это все должно быть... Его надо хранить правильно, если я купил, как его храню, это все, да. Потому что, да, допустим, в кабинете, в котором делают прививки, там выдается холодовой элемент,
с которым вы спускаетесь в аптеку, берете эту прививку и поднимаетесь и делаете ее, и это сделано правильно. Сейчас, в принципе, в стране, насколько мне было известно, было зарегистрировано 4 вида вакцин, но пока есть одна только. Поэтому, в принципе, пациенты все желающие ее приобрести, найти могут. Это не запредельних цен, в принципі, в районі пару сотень гривень, в принципі. А чи такі самі профілактичні заходи, заходи лікування, знову ж таки вакцинація, це все стосується дітей чи якось їх убезпечити від захворювань? Смотрите, в принципі, як говориться, говорили раніше, допустим, конечно, желательно це все предупредить, конечно, это касается в першу чергу і дітей, потому що садики наші, школи, да, это рассадник. Пік этого всего, да, да. То есть сад от слова рассадник, да? Да. Поэтому заранее мы должны продумать, что мы понимаем, подходит осенний, зимний период, да, или весенний, да. Значит, поэтому перед этим желательно интенсивный курс витаминотерапии, фрукты, все вот эти препараты витаминные, чтобы немножко укрепить иммунитет. Опять же, это самая оксалиновая мазь, как мы говорили. Если ребенок же, конечно, уже заболевает, в принципе, опять же, мы смотрим клинику. Желательно, конечно же, это обязательно визит к врачу, чтобы врач смог конкретно определить, что скорее всего, то ли это будет ОРЗ, то ли это уже будет клиника гриппа. Но, конечно, прививки тоже делаются детям. Делаются они, если я не ошибаюсь, с 2 или 3 лет. От гриппа, да? Да, да, да. Поэтому, в принципе, это тоже все делается. Прививки делаются и беременным, но со второго триместра, получается, до этого не рекомендуется, нельзя. Туда это, в принципе, все делать также нужно и можно. Ну, желательно, конечно, все предупредить. Єдина зауваги, якщо ви вирішите вакцинуватись, я ж не помиляюсь, потрібно бути здоровим. Конечно же, это обязательно. Если вы, например, недавно переболели, да, поэтому надо хотя бы с недельку, чтобы, в принципе, уже было никаких проявлений ни температуры, ни насморка, ни какого-то боли, пишения боли, чтобы абсолютно, да, были здоровыми. Потому что станет только хирше. Да, да, потому что организм ослаблен, если вы сейчас получите еще дозу, хоть и ослабленной, но это все равно вирус, да, допустим, из-за чего иммунитет наш вырабатывается, уже устойчивый, то это может, да, ослабить, и человек может заболеть. Я так понимаю, что чем глубже опускается, чем ниже опускается заболевание, тем оно сложнее. Конечно. Но там уже совсем другой врач нужен, по-моему, да? Смотрите, конечно, это не то, что другой врач, но да. Я пошутил, не надо. Ничего можете объяснять, Юрий Владимирович. Я думаю, что с нами был сегодня доктор-оптимист, я бы сказал, доктор-реалист. Насправді надзвичайно приємно, і інколи, коли я знаю, що до нас завітає Ігор Туровський, то я відміняю похід до терапевта на понеділок. Можна відкласти його до наступної п'ятниці. Величезно дякую вам, Ігор Туровський, лікар загальної практики сімейної медицини, наш традиційний гість і головний медичний наш консультант, був в цій студії. Ми продовжуємо наш ефір, повернемося за кілька миттєвостей. Будьте здорові. До свидання.